Ребята, добрый день. Доброе утро или доброго времени суток. Валентин и Володя с вами опять вместе. У нас сегодня снова опять совместное видео. Совместное видео, можно сказать, экшн-видео, можно сказать. Вова позвал меня на премьеру фильма, да, которого он нарезал после нашего бега. Вот сейчас мы его будем смотреть и стараться что-то прокомментировать. Да. Кстати, такой формат видеонарезки у нас первый раз. До этого тоже бегали мы один раз вместе. Пару раз я сам бегал, я просто тупо нарезал видео и ставил. В этот раз решили так, посмотрим, что получится. Ну да, что нет. Так что, ребята, давайте мы сейчас включаем видос, который я нарезал. Да, вот мы его здесь будем смотреть. Мы будем смотреть, комментировать. Да. Ну и посмотрим, что получится с этого. Итак. Погнали. Погнали! Так. Ну что ты скажешь? Разминулись неплохо, да? Вот, скажем, перед бегом нас заставили еще хорошенько попотеть. С одной стороны, это хорошо. Немножко так это. Ну там повалялись, прыгали, скакали, у меня уже аж сверху ляжки горели. Народу, кстати, вот здесь вот видно, что народу много было. А это кто тебе приклеился? Я не знаю, какие-то девчата с нами. Хотели это в кадр попасть. Ты это вырежешь, что мне жена моя скажет. Надя, это ко мне приставали. Да. Кстати, ломанулись как бешеные. Ну это и в этом и заключается, да, весь вся фишка. Суть, да, вся суть, потому что надо убежать вперед. Первые, скажем, 1-2 километра надо ричтить по-немецки это. Хорошо дать. Хорошо дать, чтобы убежать. Вон видно уже, да, было, да? Сзади очередь. Вот если бы мы сейчас бы вначале не стартанули хорошенько. А это мы пробежали всего лишь каких-то 200 метров максимум. И уже очередь сзади собиралась. Да-да. Поэтому вперед сначала, а потом уже. Ну тоже в основном все время лес, вверх-вниз, вот. Первая вода. Ну это первая сразу такая грязь, да? Это... Ну скажем еще вода. Грязь сейчас будет еще. Конкретно, что грязь. Здесь у меня даже плыс пишет. Ой, я начну. Ну, метр 50. Нет, я тоже плыл. Метр 50, я там тоже у меня. Как что вы плавать не умеете. Вода. Ну вода такая холодная где-то, да? Да, мне кажется, такая. Ну, прохладная. Вода была прохладная. Ну, мой мешок с батарейками. Он у меня выпал и сзади воздух там, и он плыл за мной. Ну смотри, ты какую-то нос. Кстати, вот там видео фотографировали. Мне интересно, какие фотографии получатся. Потому что. Вот теперь начинается. Вроде бы пока здесь мы еще чистые, и потом пошло. Вот. Ну и как я вижу, ты нарезал, что между препятствиями ты просто немножко вырезал, да, чтобы тупо бег не... Потому что бег, камера там оболтается, это неинтересно. Потому что считай, сейчас здесь уже километровые киноны. А если бы я еще оставил бег, мы в основном бежали все про все 2,5 часа. И вот, если мы сейчас еще 2,5 часа забасаем, то это неинтересно. Да, и когда бежишь, камера все равно болтается. Намного интереснее. Вот. Первая грязь. Первый вот заворачивает по локти уже Валентин в грязи. Отлично. Вот видишь, все ниже и ниже. Вот вроде ползешь нормально, потом херак один хрен надо ложиться и это. Смотри, какой-то черный, а сзади. Сзади футболка чуть-чуть. Надо было сразу лечь в жену. Ну вот тоже по камням. Вот, кстати, дорога как будто горная, да? И вверх, вниз, да, вверх, вот, вниз. Кстати, все время приходилось смотреть под ноги. Да. Потому что не можно было проступиться. Да-да. Вот это вот грязь. Вот она. Вот это вот грязь. Вот это вот я. Аж не как-то. Свет тут плывет. Плывет, да. Ну вот по-другому. Что херово, вроде бы выглядит грязь, а мягко. Снизу лежат эти мелкие камушки, я себе все ноги разодрал. Не знаю, все бегает. Этот уже крутится, вертится. Ну да, у меня все локти, все руки, все поцарапано. И колени аж синие еще на следующий день, синие колени аж были. Вот после этой чачки, когда вылезли, бежать было вообще трудно. Ну да, потому все, что на села. Тебе, наверное... Я жду, но нет тебя. Ты меня ждешь, да. Давай, пошел. Давай, так. Смотри, главное, спина чистая. Спина чистая, спереди. Вот Алёша. Я вот даже радовался. Руки да. Там такая же параша. Не, ну, понимаешь, мы когда вылезли с этой чачи, где, наверное, килограмм еще 10. Просто грязь смывать. Грязь, да, грязь смывать. Тупо смывать грязь. И опять вот.
нам, скажем, сильно передышку не давали. У нас только один. Мне постоянно. Постоянно вот пробежался немножко, все, тебе сбивает дышалку и пошел. Давай, надо. Ну, два раза было такое, что мы бежали чуть-чуть подольше. Ну, это на сторону карьера было, да? Да, это ну, по лесу. Не буду рассказывать сейчас это. Интересно. Сетка, под сеткой тоже стрёмно было лезть, и то, что камера еще на лбу. Mm-hmm. Вот цеплялась постоянно. Бам. Все. Кино выключили. Окунул. Ну вот опять водичка. Вот здесь тоже скользко было. И постоянно грязь. Да. И вот что херово, вернее, что плохо, вот идешь по воде, идешь, ну, херак яма, хоп, упал, ушел. Не знаю, здесь будет это, нет? Ну не зря этот забежка это называлось, что это. Во, бум, уже педал. Из этого надо очень осторожно по вот таким вот. Ну вот этот чувак нас потом обогнал. Да. Он пробежал перед нами. А здесь ты мне чуть не отжал мои колокольчики. Да, я еще был крик. Вовремя убрал. Я еще был крик, но и вон тот мужик такой аж засмеялся, вот этот, который стоит. А представляешь, этими веревочками так хоп, зажал бы ты конкретно. Ну и бег бы закончился. Смотри, какая грязища. Не, и в основном все вот это. Вот, вот, моется. Камеры нет, ну вроде. Вот это вот тоже препятствие, я не знаю почему, вот мужик он... Да неправильно, это баба. Баба это? Да. Вот видите, вот сейчас, в данный момент, сзади нас вообще нету народа, это отлично. Потом мы были пробегали, как-то у нас было, что мы мимо пробегали. Да, там дорога очередь шла назад, да. И потом вот там направо было. Да, очередь стояла. Человек 20-30 да. Стояло точно. И вот из-за этого вот, если бежите, вначале давайте газуху. Ну это хорошее препятствие было. Ну и они все неправильно это делали. Не, они держали в самом низу за веревки. Да-да. Сверху намного это, потому что. Вот там мы бежали. Да, назад. Вот назад вот бежали. Это что? А это вот надо было по лестнице вверх. Колокольчик. Кстати, у нас колокольчика не было. Как не было? У нас здесь не было колокольчика. У чувака был колокольчик, а у нас не было. Мы просто поднялись наверх и все. А вон он его перцел. Да, а у нас мы просто поднялись там с понтом. Ну. Факт залезть и наверх и спуститься. Да. Ну вот, кстати, бегать лучше вдвоем, самое больше четвером, но не больше. Потому что уже потом толпа, потом друг друга ждать надо. И... Не, ну вдвоем нормально. Да. Потому что нет, где-то надо помочь друг другу. Вот, как вот в данный момент эту лестницу чуть так подержать, это в напряжении. И намного удобнее лезть, чем если она будет болтаться. Вот эти штуки я почему-то все боялся. Две штуки такие были. Ну потому что ты боялся. Я думал, что они развалятся. Так они расперты и. Ну, вот еще скажем, и сетка, вот эти квадраты через большие, здоровенные. Да. Если провалишься, то это... То можно было бы себе кое-что вывихнуть или сломать. Ну а так все в основном вроде бы прошло нормально, я скажу. Не, ну да, все, ну все. Плечо вывернул. Ну мне плечо тоже. Но мне кажется, когда мы перелазили, там еще будет. Ну, выглядит легко как будто. А вот когда вот. Ну а когда ты лезешь, и еще рядом люди лезут, и оно все вот так вот, то вот здесь немножко надо было бежать. Да, лес был. Вот, кстати, это карьер, да? Карьер. Да. Вот здесь вот было очень много препятствий, сейчас будет. И очень даже классно, интересно было бегать здесь. Сейчас нам надо его будет отбежать. Вот, пошло вверх-вниз. И все вот это вот, как говорится, песок. Схватиться не за что. Постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Давай беги, что идешь пешком. Сейчас смотрю, думаю, что не бежал. Во-во. Если бежал бы, может быть, бежал на 30-й, не 31-й, а 20-й, может быть. Не, это классно. Грязище. И вот возле каждого препятствия стоят люди, ну, и смотрят да, чтобы... Помочь еще вдруг. Ну, помочь нет, они чересчур чистые все. Но они смотрят, чтобы ты в натуре запрыгнул в воду, а не отбежал, чтобы не слюздил. Да. То, что ты говоришь, помочь, да, помочь. Второй круг, когда мы бежали в воде плыли, в первой луже, ты не обратил внимания, девка встала была и хотела кинуть тебе этот, тебе, мне, нам этот поплывок, чтобы не утонуть, или как это называется. Потому что мы плыли с тобой, там, так. Придуривались. Да, и она встала, взяла его в руки уже. Вот здесь вот было высоко прыгать вниз. Вот это было тоже ну, опасно. Ну, оно так еще так, блин, и бам-бам ты, сразу ты, опять. Улетело. Ты тут кричал, Вова, давай сальто, да? Не сальто, нет. Вова прыгнул, а Валик отвернулся. Я заснял немножко. Вот,
Твоя перспектива. И кувырком. Да, вот. Вова пошел к Кубарину. Такое кино как было. Как раз поворачивался. Такой блокбастер. Не, а вот то, что здесь в карьере они ништяк придумали. Вот это вот. Офигеть. Вверх-вниз. Вот песок. Постоянно, вот здесь да? Вот, ну, если бы не веревка, черта с два бы ты залез. Да, блин, конечно, там вроде так не выглядит высоко. Там метра два высота была, 2.5. Ну, по-любому лучше, чем Mud Masters. Так, повыкапывали эти ямы, эти все препятствия. Круто. Нет, вообще, сделано было очень даже круто. Как я, вот, скажем, если от 1 до 10 давали, бы все 10 баллов. Потому что вот каждый год вот бегаю, два забега у меня, кажется, всегда есть. Вот этот самый крутой. В следующий год, кстати, я засасывай. Опять туда. Я пойду опять туда. Потому что у меня вот есть некоторые забеги, где я бегал, я туда больше никогда же ногу не поставил. 20-ху побежишь? Ну, не знаю. Если 20-ху, то надо и тренироваться больше. Это, честно говоря, ну ладно, я отмазываю, что мало. Тяжелый забег. Очень тяжелый. Тяжелый забег. Но он и не зря называется лейкран, водяной забег, как бы, да, озерный. Лейк – это озеро, как бы. Вот, поэтому... Ну, Валик мне даже помогал. Грязище постоянно, грязище и вода постоянно была. Ну, здесь я лоханулся. Здесь я просто не смог, у меня тут не хватило силы. Ну, бывает. Ну, ничего. Ну, ничего. Следующий год будешь тренироваться лучше. Я сюда прыгал, и веревка уже такая мокручая была. А куда там выше? А ты, наверное, не зря пошел на самую последнюю. Ну, теперь начинается. Теперь я опять получил самую лучшую веревку. Не, почему? Я говорю, ты не зря пошел туда. Она, может быть, была сухая, да? Более сухой. Ты смотри, сколько я концентрировался. Я просто смог. Пошел. Ну, рама, что-то. А это смог? Нет. Вот у нас я обогнал. Смотри, он дернулся. Даже не пробовал. Так. Вот, да, молодец. О, смог. Кстати, если не смог сделать препятствие, ты должен отжаться. Вот, чувак. Сейчас Валик тоже будет отжиматься. И вот, конечно, он нас обогнал, потому что он даже не пробовал. Оп, и полетел. И, конечно, у него дерево, он, смотри, он уже далеко от меня. Если мы тоже так бы делали, то... Ну, не в этом сам интерес. Смысл-то не в том, что, да, как бы... Но я как бы старался все препятствия сделать. Вот, тут уже тоже мы не бежали. Ну, там, честно, бежать. В носу грязь. Бежать, да, там. Там только кубарем вниз. Ну, а здесь сейчас у меня сразу в жопе детство заиграло. Но нет. Сейчас, вот, с рогаток стреляет. Такую мелочь, что наложили. Я хотел хороший камушек, как звездануть. Ну, вон там гора была, и там уже щебенка покрупнее была. Ну, а тут я тыркался. Мы когда подбегали, мужик взял был это, камень оттуда. Да? Вот он вроде бы, тот он и стоял. А вот это... ты мне сказал, что я здесь попал, но я что-то до сих пор сомневаюсь, попал я или нет. Я вот не знаю. Ты еще вот сейчас был, скажешь вроде бы сейчас. Вот, Игорь, ты сказал, ты попал. Ну, короче, ребята, если... А, кстати, насчет воды мы даже не знаем. Тут воду не надо было, нельзя было брать? А я не знаю, без понятия. Валик к чувакам подошел, мол, типа, давайте бутылку воды сюда. Ну, там маленькие бутылки, а я большую схватил. Он говорит, да, пей, вон он ее в руках держит. Он себе ее, видать, открывал новую. А я, да, давай. Давай сюда. Он ее, да. Шуганул пацана. Потому что там маленькие бутылочки вон стоят. Да. Людям, видимо, давали. А, да, пей. Тут я еще с ними побазарил. Я хотел это... Ну, это привычка. Да, это... Нет, рогатки классные. Вот мне бы... Лёвкиных Митрия, нет? Серега Баклажанов. Это его сводный брат. Не, классно. Пацаны такие приветливые попались. Да, я даже сейчас смотрю, мне опять охота туда. Хотя я... Уже последние километры бежал, я аж... Да уже не бежали, мы просто... Ползли. Да. Мучились. А это сейчас еще... Вот сразу. Здесь тоже длинная, мы буксовали. Как вот здесь вылезти, да? Буксуешь. Под ногтями все в грязи было. Хорошо, что ногти пообрезал. Лезь. Не, классно. То, что вот... Часто бывало, что камера заляпанная была. Ну, облизывали ее. Ну, как только нет. Вытереть негде, весь грязный, блин. Да. С бревнами надо было. Видишь, чувак нас обогнал на целый этот. На целое препятствие. Да.
Да, маленький. И там, наверное, он тоже, она мешки он прыгал, нет? А я даже не обратил. Не заметил? Внимания. Вот мне, нет, конечно, бесит. Ну окей. Каждый должен сам знать. Я же тебе уже говорил, мы прибежали и вечером, как совпадение, я телевизор переключал, щелкал каналы и попал на документальный фильм, как вот эти забеги всякие. В Германии есть самый большой, называется Braveheart. Вот, и там больше 2000 человек стартует. Вот здесь вот обрати внимание. Вот он, вот он скачет. Да. И там показывают чуваков, которые профессионально этим занимаются. И он показывает, как он там бежит, 26 километров им надо было. Он эти препятствия все мимо. Там, если надо было наказание, там 10 раз отжаться, он сразу отжимается и дальше. А некоторые пробегают. И это, что смысл? И потом, о, я прибежал там третий или десятый. Ну, это нечестно. Вот эта херня меня убила, я уже не мог. На этом я уже и на одной ноге прыгал, и на... Ну, на ноги забивает капитан. Да, да, и потом тебе еще дальше бежать, я уже там психанул, упал. Сейчас, ладно, сейчас. Бегом нас догоняет. Ай, катастрофа. Ну, это тяжело было. Это тяжело, да. Это сколько метров там было? Метров 40, наверное, было? Да-да, метров 40 надо было прыгать. Здесь туда такие... и обратно. Вот на таких препятствиях я себе это... Тут окей, можно было сбоку залезть, а у некоторых нельзя было. Надо было наверх прыгать. Я себе плечо тоже старый. Здесь Валик меня подгонял. Что-то он это психанул. Ну ты че еб-то? Вот видишь, мы вот бежали, у тебя... Ну даже... сейчас сядешь, будешь сидеть. Ну я так... Семечки, может, еще надо было дать? Они отсырели. Вот это было бы уже опять одно место. Камеру вытать опять. Вот, смотрите, на это личико. Вот тоже уже. Это не я, типа, да? Веревку оторвал. Да. Сейчас тут опять был кусок, что надо было бежать. Ну, там хороший кусок надо было бежать. Мне кажется, километр было без препятствий, прям бежали. Ну, так в основном, кажется, скажем, 500 метров было какое-то препятствие там, или лазить, или что. Ох, какие они бегуны. А кто нас тут снимал? А, там Леша проходил. Вот так. Что, заебись? Здесь вот круиз там было. Мы здесь уже плавали. Параша такая грязища. Ай, забыканцев. Ай, ханышвин! Вот неплохо, неплохо. Что у нас в детстве не так было? Да я скажу наоборот. Вон он, блин. Опа, ушел. За кораллами нырнул. Золотоискатели. Мне кажется, наоборот. Я бы, например, посоветовал бы такое попробовать. Прям это не, ну я не имеется значения, что там взрослый, не взрослый, там грязь, не грязь. Вот, наоборот, круто. Здесь она отвечает. Прыгайте ровно, там камни. Я для любого должен сальто прыгнуть. Да, говорили, что нельзя делать никакие сальто и прыгать только передом. Ну я вот сальто прыгнул, я жопой приземлился на землю. Так сильно глубоко там нет. Не-не, она говорила, что-то метр 20 или что-то. Вот это тоже тяжело. Угу. А вот это вот потом девушка мне кричала, когда второй раз кто-то пробегает. Да, пиздец, сейчас. А тебе надо по веревке лезти. Не забудь говорить с той стороны отжаться. Я, да-да, тоже. Ну что, надо отжаться, мы сделали, да. Но тогда уже второй круг, потому что... Вот это было прикольно. Да. Вроде сначала оно, я не знаю, какое, на каком расстоянии. Сперва идет вроде, да, а потом и все, и ты ни в какую нафиг. Ну мы три четверти мы пролезли. А это тоже было ужасно непонятно. Сказали, так, да, вот так. Ты не пролезешь никак, а вот этот поляк, которого мы поймали на дороге. Через верх под низ, через верх под низ. Невозможно, оно мокрое, ты весь в грязи и никак. Вот этот мужик, который один побежал. Один раз сделал и все. Да, он, у него рост метр, я не знаю, 1.4 метра он роста. Ему что, нога тут, а вот тут уже перелез. А потом мы пошли так, и он тоже за нами вот так перелез. Это нереально было просто так сделать. Никак. Ну ладно. Вот это вот было по приколу, горочка. Ну это классно было, да.
Тут тоже вот сделано было со второй на третью перелезть и никак. Ну вот. Высоко так и... Ну, чтобы все легко было. Сейчас будем когда скатываться, я когда сейчас поеду, я не знаю, это чья перспектива, моя? Да, это моя. И потом уже там с правой стороны вот эта балка идет. Я так боялся, что я сейчас от нее как шарахнусь, вот, видал, я на нее лечу. Я думаю, блин, я сейчас как бедром в нее хрякнусь нафиг. Шайся. Потом Вовка проехал. Где у меня камера сейчас? На второй раз. Камера слетела, нет. Сначала за камеру чувак ее схватил. А, да, тебе да, ее да, кинул, да. Блин. Вот сейчас он ее тебе даст, ты кинешь меня, она будет... Да. Кинул я тебе, на. Ребята, камера стоит 350 евро, ну чё? Ну да, она должна это... Должна. Уже. А, вот это чача. Не, это. Следующая. А, нет, следующая, да. Там. Это будет еще. Сейчас, подожди. То ли еще будет. Это еще не то. Ну это... здесь тоже тяжело было. Да, тут уже было тяжело, да. Ну здесь вот мешки. Тоже если вот не пройдешь, то надо отжиматься или что-то такое. Давай, видишь, уже камера тоже грязная. Газги. Здесь вот типа огонь они разжигали, нам повезло, там сильно огня не было. То, что как перспектива, специально это. Ну вот эти штуки я не знаю нафиг. Ну это выше было, чем там в лесу. А это выше, же, да, выше да, было? Да, это выше было. Потому что в лесу она была чуть ниже. И херово, вот наверх поднимаешься, и сетка все время ниже и ниже идет, знаешь. И потом, когда перелазишь, хочешь ногу поставить, она опять в ту сторону ниже идет. Чуть так некомфортно, ну. Она так и должна быть. Да, она так и должна быть. Вот это опасно, я считал, что когда вот мы сейчас тут лезли, она, смотри, эти все, более такое все сухое, да? А когда мы второй раз тут перелазили, они все были мокрые. Они все были, да. Сверху скользко, вот, пожалуйста. Сверху вот, осторожно. Там высота, я тебе дам нафиг была. Ну, там тоже... Метра четыре было. Ну, больше, может, даже. Ой, ба, больше три с половиной. Больше четырех было. Больше 4 метров тут ну, высота. Давай, вперед, вперед. Метров 5 было, как нефиг делать. Тут тоже ноги забивались. Баллоны, я скажу, на всех этих есть маратонах. Марафонах. Тут оба раза мы прошли. Второй раз я просто это уже сорвался и упал. Отдышаться. Ты мне еще говоришь, а ты что, говорит, отжиматься собрался, ты же прошел. Ну, вот это вот почему-то вот многие не проходят. Не проходят, все срывались, я тоже не пойму. Я думаю, что так тяжело, что ли, от усталости? Ты вот такой вот чувак, понимаешь? Не, охота была выдержать, пройти. Ты еще и бабку хотел. Надя тебя убьет, тебе нельзя смотреть. Ты вот со всеми поболтать мог. Я остановился, спросил, сколько. Вот она. Вова, у тебя батарейка сейчас сядет. Он я хоть сейчас раз. Вот она. Так. Вот это было очень сильно. Я же первый прыгнул, меня засосало. Потом ты пролез, я тебе еще кричал, дай мне ногу. Ну никак. Тянет. Это настоящая жижа. Болото. Капец. Мне еще что-то, как я начал там что-то ржать опять, и все. А потом же ты хочешь встать и не можешь. А ты еще взял дурень сначала, бум, и еще и прыгнул туда опять. Меня засосало, я стоял так вот, не мог. Это было прикольно. И вот после этого надо еще бежать. Я потом лег, помылся, все. Ребята, это мыться, это купаться. Да. Вода. Смотри. А, вон тоже. По-другому не идет, потому что на тебе висит 20 кг грязи. Вот это было просто чача. Вот это вот тоже. Это чача. Вот эта сетка лазь, ты не знаешь как. И считай. Сам пол, там вот эти мелкие камушки, ползешь, больно, подняться не можешь, сетка давит. Там камни, блядь, сидят тоже. Ну что, ты просто собрался или что? Еще и вниз. Да. Еще и вниз, и под сеткой, и под конец она все уже. Да, да, да. Вон на кроссовке у тебя красный этот GPS сенсор, который он считал время, если что, вдруг кто-то. Натяжку держали, вместе пойдем. На ботинке. А здесь вот тоже тяжело. Ну, видишь, некоторые отжались, побежали. А вот это вот попробуй. А мы оба прилезли два раза. А я и хотел. Ну, честно говоря, вот это, знаешь, вот... Они отжались и дальше. А ты попробуй помучайся здесь. Веревка мокрая, вся в грязи, все скользко. Не знаю, меня наоборот это как-то зажигает. Это вот где-то перелезть, вроде для я себя. Я не вижу смысла. Подошел, отожался там и дальше побежал. Ну, нет. Ничего оно дает тебе. Надо пробовать пройти это препятствие. Капец, я когда поднимался, у меня было это... Второй раз. Судорога свела. Я теперь вишу на этой балке. Никуда не сюда.
Ну у тебя нормально залезло. Вон, давай. Чувствую. Ну первый раз у меня лучше получилось. Ну первый раз у тебя есть силёнки, блядь, это какой-то там 8-й километр или что? Ну, техника надо, технику надо. Скажем, техники нету, ну силу тоже в руках надо, а техника тоже очень много чего значит. Ну, чувак хорошо уселся. Зонтик. Фотоаппарат. Мне вот интересно, как фотки получится. Ну или вообще нас фоткали. Ну он нас фоткал. Да, я некоторым даже еще орали. Чтоб фоткали. Ну фотку, мне кажется, на следующей неделе. Если что, потом можно ставить еще одно видео сделать. Я не знаю, может, ты хочешь для себя какие-нибудь отдельные отрывки. Посмотрим. Сделать. Сначала надо показать, какой был забег-то сам. Вот здесь тоже было слазить. Я считаю, вот первый вот этот, до первой веревки, блин, капец нафиг. А, помнишь, ты тогда еще прикалывался, о, баб, когда мы там стояли, да. смотрели, когда... Девчонка какая-то слезала. Да, ты, о, как тюлень, а сам потом тюлень. У тебя ошибка, потому что, видишь, передом ты слазишь. Сюда надо задом слазить. Ну, как дядя Вова делает. И что? К сожалению, на этом у нас камера отключилась. Да? И нету больше видео. Да, ребят, тут у нас... Не знаю, у тебя что-то с камерой произошло? У меня показывалось, что какая-то, какая-то ошибка была на камере. А у меня? А у тебя отключилось просто, видно, где-то нажалось. Да. И, кстати, но это мы добежали первый круг. Это первый круг, он получился где-то 10 километров, да. 9 километров где-то вот так. Например, потом надо еще пробежать. Потом первые препятствия, которые были в первом кругу, их еще раз надо было сделать маленький круг. Повторить это. Повторить, и считаю, и все. Сильно ничего мы не пропустили. Нет. Что мы пропустили, это когда нам выдавали медальки. Да. И все. И когда я тебе еще налил пиво в глаз. Да. Он мне хотел меня на голову или что-то не. Ну я хотел тебе этот хоп, и ты стоял. Нет, взял. Ты стоял в отключении. Пиво ты же не пьешь. А безалкогольное было. Безалкогольное пиво было. Это. И взял мне в глаз, хлынул, я стоял, потом, блин, наверное, минут 5 точно не мог даже глаз открыть. Ну как там прибегаешь, и можно было попить, там тебе дали эту медаль. Поставь фотографию медаль. У нас где-то есть фотография медаль. И это самое. Бананчики можно было, такие ригели можно было покушать, и батончики такие, как они называются, энергетические, да? Мы такие поели. Ну и все, и потом пошли мыться. Вот в такой холодной воде. Вот такой, да? Ну ты еще не хотел мыться. Я поеду так, Что-то, ну я не ожидал, что будет такое болото. Я помню, 2 года назад я бегал с тобой на этом, который, когда мы начали этим заниматься, и там не было столько грязи. Там была вода, там была немножко грязь, но мы не были такими грязными, как здесь в этот раз. И я что-то, я даже не думал, я думал, ну обтряхнемся там, сниму грязное, одену чистое, да поедем. Потому что я не хотел сильно мыться. Я помню, мы тот раз сильно не мылись. Ты мылся, тебе надо всегда там показать все. А я помню так чуть-чуть и все, и потом поехал грязный. Сейчас бы ты поехал грязный. Ну, сейчас бы я бы не поехал мы грязным. Пришлось делиться с тобой полотенцем, и шампунью, и тапками. Хорошо, что хоть трусы стоят. Хорошо, что я поехал с Вовой. Да. Да, Вова. Ладно, ребята. Ребят, на этом все. Вот такой вот у нас будет сегодня формат. Такое получилось видео. Вова нарезал вроде неплохо, все показал много чего было, да? Все, что было. Видишь, как говорится, растягивать, все показать я не могу. Нет. Не, мы все показали, все препятствия можно показать. Да. Просто полностью весь бег, который даже первый круг снимало, оно что получается, 20-20, больше часа. Больше часа мы бежали 2,5 часа. Это просто нереально такое видео ставить. На этом вот Вова так нарезал, мне понравилось. Если кто-то из вас такое бегал уже, пишите в комментарии, где бегали, какие были препятствия там. Ваши впечатления. Да, ваши впечатления. Может посоветовать какую-то новую забежку, какую-нибудь фанштальт. Да, кто с Германии посмотрит. Может кто-то нас, если смотрит с России, то бегали вы там, есть ли у вас такое или нет, было бы интересно знать. Может какую-то фотографию скидывайте к нам ВКонтакте или скидывайте ссылки, мы посмотрим с удовольствием. Ну, пообщаемся. Может поедем в Россию бегать. Не, далековато. Может побежим в Россию? Дороговато выйдет даже. Ну да. Не, ребят, если вам понравилось видео, поставьте лайк, пишите комментарии, да? Комментарии обязательно. Обязательно, да. Пообщаться. Да, интересно. Ваше мнение прочитать. На этом все, наверное? Все.
закончим, а то уже, наверное, устали смотреть на нас. Да. Давайте, ладно, ребят. Пока. Всем пока.